Всем привет, дорогие зрители! Я приехал в район Джумхурьет. Здесь рядом расположен торговый центр «Аланиум». Чтобы понять, где это место расположения этого проекта, можете пробить торговый центр «Аланиум». 100 метров от нее. Также 270 метров справа от меня расположен пляж «Аладдина» или Джумхурьет, пляж Джумхурьета. Быстренько покажу вам то, что расположено около этого проекта. В проекте, короче, продается трехкомнатная квартира 85-90 квадратных метров. Рядом с этим проектом расположен вот такой парк. Он просторный, продлевается где-то 300 метров. Есть вот такие детские игровые площадки, качели и тому подобное. Вот это тот проект, который продается. Квартира вот та застекленная. Это не крайний этаж, там еще есть чердак, чтобы вас это не беспокоило. Сторона квартиры западная. Продается с мебелью и бытовой техникой по очень хорошей цене. Вот там светофор, дорога. Слева от этой дороги торговый центр «Аланиум». А вот отсюда, вот здесь рестораны, магазины. Отсюда прямо максимум 270 метров расположен пляж района Джумхурьет. Поднимемся мы в квартиру. Проекту 15 лет. Открыта парковка снаружи. Значит, у нас здесь такой ход, такие интересные лестники и лифт. Ждем лифт. Лифт присутствует. Айда здесь 80 лир. Вот такой лифт на двоих. Угу. Все. Угу. Вот здесь находится эта квартира. Здесь вот такой коридор. Лесики поднимаются на чердак. Там есть также зона барбекю. Вот эта квартира, которую я вам говорил. Ламинат уже установлен. Тратиться уже не нужно. Наша хозяйка тоже присутствует в квартире. Также, да, вот она рядом с нами. Это как красивая собачка, хаски. Здесь кухня-гостиная. Вот такая интересный интерьер. Сколько квадратных метров? 85. О, стандарт, 85 стандарт. Угу. 85 квадратных метров. Пройдемся. Продается с мебелью, бытовой техникой. Полностью. Полностью. Здесь такой санузел. И здесь такая вот маленькая спальня. Дополнительная комната как бы. И наша хозяйская родительская спальня находится с правой стороны от меня. Вот она. Вот установлен шкаф-купе. Вот такая вот квартирка. Сейчас выйдем на балкон. Цену хозяйка сама отметит. Также, о, здесь даже есть вид на горы. Вот такой балкон застекленный. Уютный, не маленький. Вот. И там расположено море. А вот вид на горы. Также торговый центр приблизительно вот в той стороне, за этим зданием. Все, подведем итоги о этой квартире. Да. Ага. Хотел спросить, уточнить цену. Стоимость моей квартиры 55 тысяч евро. Да. Здесь так. Значит, квартира стоит 55 тысяч евро, 85 квадратных метров, находится на четвертом этаже. По российским меркам пятый этаж. Да. По турецким четвертый. Присутствует чердак. Я поднялся. Просто там двери закрыты. Не смог снять вам ролик. Гидроизоляция. Все нормально, нет никаких проблем.
центральная часть около торгового центра Аланиум. Очень успешная квартира, цена очень тоже хорошая. Торопитесь, звоните по номеру, который указан в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и комментируйте. Всем пока-пока.